От более сотни работ, представленных в галерее, и разнообразия ярких красок разбегаются глаза, но взгляд останавливается на изобилии женских портретов. Это одна из тем новой выставки. Из 30 представленных женских лиц явно выбиваются те, что написаны карандашом. И, кстати, не привычным серым, а цветным. Автор этих портретов – Ольга Иванова. Ты захотелось именно попробовать себя в карандаше. Ну, этот карандаш – довольно сложная техника. И она манит, вот, понимаете, ее, это цветной карандаш, его очень трудно стереть. В прошлом Ольга Иванова художник-декоратор, много работала в театрах, рисовала эскизы декораций, а теперь может позволить себе заниматься тем, чего просит душа. Женя – начинающий художник. Она в постоянном поиске не только новых идей и замыслов, но и творческой мастерской. В галерее «Арбат» Женя выставляется впервые. Возможно, поэтому выбрала незатейливые и яркие картины. Подсолнухи – одни из любимых ее цветов. У меня еще много любимых цветов, но подсолнухи – один из них, может быть, благодаря круглой форме. Может быть, благодаря желто-оранжевой раскраске, вот, скорее всего, тому и другому. Весна, красивые цветы и портреты – все это создает приятное настроение. Быть в весенней выставке до 31 марта. Анна Немолякина и Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир».